Военная ложка, которая когда-то считалась самой обычной частью хозяйства. Ныне ее ценность возросла. Настолько, что кто-то считает ее предметом роскоши.
Лиза Ленка. Изначально лента предназначена для обмотки проводов и кабелей с целью электроизоляции. По факту используется для обмотки всего в мире. Интересно, здесь кто-то спит, или кровать тут просто так стоит? Закрыто. В прошлый раз нас это не смутило. Макулатура, стопка каких-то пожелтевших бумаг, забытых документов и старых газет. Сейчас подобная макулатура используется в основном в гигиенических целях.
notre développement de nature et de logement facilite.
Moi, je m'en vais pas tout de suite. Пенсионный банк. Казалось бы, пенсионный банк без содержимого – это обычный мусор. Однако это далеко не так. Не-е-е, макулатура. Господи, сперва нужно починить насос. Еще полено. Еще кирпич. Это поле выглядит вполне пригодно, но для начала его нужно засеять. Засеять. Вот у нас кукуруза есть.
мужчина с европейским спортивным костюмом. Его седую голову украшает плоская кепка, а шеи свешиваются старенькие очки. Перед вас он поднимает руку в знак приветствия. Ага, пришлось подраться. А за плечами, да, как-то обошлось. Ого, деревня, считай, в осаде. Одно хорошо, они специально не нападают. А то мне бы здесь не сладко пришлось. Все эти здоровенные пауки, муравьи, крысы, пыши. У них прям симбиоз какой-то. Еще чуть-чуть, и партию соберут. Он невесело усмехнулся, окинув окрестности. Что рядом? Поворачивается к вам. Видишь, у меня пристёрок Андерсон. Если у тебя есть консервы или чаёк какой, то милости прошу к нашему шашу. Можешь разобрить себе чего. Ну или просто отвлечься, отдохни. Кстати, насчет отдыха. Если у тебя неправильные кости, то я и стены могли бы собирать партейку другую. На свои подевал куда-то. И теперь не могу найти. Я тебе плохо еще кое-то. Но это хоть какое-то развлечение в наших краях. Я бы хотел задать тебе несколько вопросов, пойду я пока. Как ты тут поживаешь? Расскажи о себе, что нового в деревне, какие слышишь слухи, я, пожалуй, пойду. Грехом пополам, стоило скотину завести, бандиты стали наведываться, только я их. Попором привык. Всякие чудища мобилировали. Осы гигантские, пауки, муравьи. Я даже не думал, что такие бывают. В общем, не приходится скучать на старости лет. Ясно. Можно тогда еще вопрос? На бомб я был, не поверишь, пилотом гражданской авиации. В частности, летал на вертолете. В горах было много поселков, до которых нужно было добраться на машине. Вот я и возил их продукты. Им продукты. Интересно, что с этим нелюдьми сейчас стало. Немино. Ясно. Можно тогда еще раз. Что нового в деревне? Да, я и не знаю. У меня тут автономия. Если приболею, то хожу к доктору Николяну, в деревню. Иногда воду беру. Но в основном живу сам по себе. Мне так комфортно. Ясно. Какие слышны слухи? Слышал, что какой-то авантюрист зарыл в окрестностях схрон. Его после этого то ли расстрелили, то ли... волки забрыхли. А схрон остался. Я бы сходил, поискал, да и не все. Если у тебя есть время, то можешь попытать удачу, ясно? Кукуруза, сделайте мановыку. Готовить.
хорошая кукуруза, кукурузная каша. Она наполняет ваш живот и приятно согревает продрогшую душу. Миллиметра 39 мм, патрон 7,62-39. Промежуточный патрон. Дышащий использую в автоматическом оружии. Пробитие 48%. Довоенное лекарство от всего. Его находят в разных уголках пустоши и очень ценят. Применение. 7.11 здоровья. Эффект 30 минут. Минус 1 сила. Может вызвать наркомана. Это схрон. Слишком далеко. Степанули.
Pero son las mías, no. Adiós. Военный рубль все еще в ходу у жителей пустоши. Одно время шли разговоры о том, что использовать в качестве валюты крышечки от лимонада, Буратино. Но эта идея как-то не прижилась. Не укрепшим состоянии и справляется со своими задачами резать и колоть похуже, но всегда стоит помнить, что ржавчины на лезвие – это шанс столбняка для вашего противника. Навык холодное оружие. Способности позволяют снимать добычу животных. Шанс отравление, шанс ломать, если броня 20%, урон, дальность, ближний бой, очки действия, 3-4, рекомендации, ловкость, холодное оружие. Защиты головы и лица от солнца и скайхолда. Получил широкое распространение на территории пустоши. Экипировка голова. Несмотря на то, что многие из них ржавели, многие погнуты или затуплены, их не стоит списывать со счетов. Гвозди
одно из самых важных ритуалов в Куртуше. Вторая вилка. Здесь пусто. Говорите на то, четвертого уровня. Еще ножа можно снимать шкуру с животных и еще что-то такое. Ничего не снимается. Реклама лежит с смотрительной ручкой. Ее потолок можно медленно покачиваться на спокойном градусе. Если бы вы знали, на что придет местные рыбы, то на то бы неплохо поработать.
の結晶を愛で作られ、Colorir o passageiro, observe os marqueiros. Estrofe. Opção. Grave. Grobo. Rabote. Faroco. Escarmada. Rojo. Dito. Tatipo. Pática. Missão. Deixou. Qualquer osso. Rosto branco. Estrofe. Можно сказать, что не стало в шоу. Вроде живет колхоз. Не как сыр масляный, но знаешь, могли бы и хуже. Хотя мне пофиг. На самом деле... Здесь за собой кое-ко место держу, иногда хлопчайно пару-тройку стаканчиков пропускаю. Какашки хозяйки традиционно клинья попиваю, но сама деревня меня не сильно волнует.
terus Allah SWT Fatimah Kampai Sirif Dewi Sini Isu Dikawatan Kuasa Nafas Nusna Kelainan Ber Mokin Cina Wika Nie fajnie to to. Chłopców z przyszłych stóp skorzystanie z milionera. Hot dog, hot zagadka, wychodzi. Prawda stracić ma test. Na 20 gramy, że to jest ta góra miasteczka. Bo tylko na jedzie sióda, a wszyż sądzę, butto, bo tam krótki kot. Nie palitka klasza. I sanatorium specjalnie w pustyni czysty rzeczki. Przyjemne byłoby takiej rajskiego kiedyś do gmusz w odinoczku w domu. Była droga. Może jeśli chciło, na niebiesku wypadło. Może tam przyjdzie w chwili, ładna, mocny szoker. Thank you.
müssten. Dovolí čtyma jutu stali Češi zničit monstrov. Gigantských pouků, tvary i to strašně. Rádom s naší tajemní nesklika zlidí. Neznala. Mladé ženšiny se srdečně zapísím čtoto. Prvětě všečkat. Napíšem. Bohu čoch. Bohu čoto. Na kralu šla v roce Venecie i daže mi vyničovali to. Там и всякой, и мовая, и лопата.
семян, которые конфетки шли, то они сравнили давно. Каждый по-своему с ума сходит. Вот я вопросов лишних не задавать или не стал, а я нашему показал пальцем спонтанно направление. Он ушел. Удачи ему. Что еще сказать? Мне один бродячий бродильник рассказал, что в самом большом городе в округе краснознаменном религиозный культ, который поклоняется всякой дряни непонятной. И самое интересное, что он там свое здание имеет. Последователи и всеобщее уважение. Люди попроще до войны в этих местах никаких грибов не шали. Ну скажи, Косвек, а живет в деревне? И как тут живется? Окружение по большой части культурное, а само житье от голода умрем и без резких изменений. Кто-то скажет, скучно, а мне такое в кайф. Один раз только не стерпел, внес перемену. Когда мы с Катькой от родителей земля им пухом столовку заполучили, я ее харчевней обозвал. Хорошее же слово харчевня. Не то, что раньше. Рабочая столовая, питание трудящихся. Это старого мира слова. А мы с Катькой того старого мира особо и не достали. Какой ты информатор? Можно еще вопрос? Больше вопросов не имею. Меню. Вилка. 3 рубля. Знаешь, так, такого тебе еще не приходилось пробовать. Это новый цвет настойки. Точнее, старый, но давным-давно забытый. И для них уже интересно. Начинает кружиться голова, ничего страшного. По крайней мере, в
Conversation associated with constituents governing activities. Сердце полотно. Вот по голове. Во рту начинает сушить. И вы решаете промочить горло еще одним глотком. Откуда-то издалека слышится голос девушки. Ой, уже не надо. Поздно. Вы уже пили. Мир застыл. Готовы застыли на ваш мозг, работают с необыкновенной скоростью и ясностью. Что я здесь делаю? Зачем выпил эту дрянь? Звук собственных мыслей кажется вам отголоском далекой красы. Однако, с каждой секундой она приближается. И вы понимаете, что вы изначально вынули забрал эти шаги. Из густого тумана выходит генерал Морозов. Ищешь меня? Спрашивает он. И голос его подобен тысяче голосов. Вы не можете ответить. Вы немедленно ищешь меня. Утвердительно говорит Морозов. И берет вас за бесформенную руку. Пошли. Уверенно прокладывает путь, и вам остается лишь покорно повести за ним. Туман рассеивается перед вами, предстает фантастическая картина. Грибы. Невероятные, бесконечные запретенные лес из гигантских грибов. И их ножки, скорее стволы, подобные самым толстым дубам. На шапочке больше похожи на кроны. Закрывает небо. Поход через грибной лес заканчивается. Внезапно перед вами стоит гигантский, даже не по местным меркам, гриб. Это бог. Слышите вы голос Морозова. Самого генерала уже нет, а пусть он говорит из вашей головы. Вашим что? Вы и есть генерал Морозов. Внезапно земля начинает трястись, вы с трудом удерживаетесь на ногах, когда тряска проходит, вы поднимаете взгляд на грибного гиганта и душераздирающий крик разлетается на небе вокруг. У гриба человеческое лицо. Преклонились перед грибом. Вы падаете без чувств. 32 опыта. Ничего себе. Вы отключились и проспали энное количество часов. По пробуждению вы совершенно не ощущаете головной боли, да и других признаков похмелья тоже. Девушка озабоченно смотрит на вас. Очень странное состояние проходит довольно быстро. И вы уже чувствуете себя достаточно устойчиво. Армен тихонько чертыхаясь начинает торт сухо. Как ты себя чувствуешь? На удивление неплохо. Крепкий организм. Блин, вот я дура. Перестаралась. Прости, следовато какая. Чуть не украдила мужика. Она облегченно вздыхает и улыбается. Мы за твоими вещами проследили, пока ты спал. Можешь проверить. И действительно, краткая инспекция пожитков выявляет, что вас никто даже не обокрал. Видимо, чудеса случаются. Все ведь по дедушкиным записям говорила. Им уже не один десяток лет. Она качает головой и поворачивается к вам. Ладно, давай посмотрим. Надо проверить, как у тебя речевой аппарат работает. И
total de más de 700 euros. Más bien, pero había que tener bastante cosa. Siempre que me vais a hacer un sobrebote, me das la moto con tres casas y así de ellos ni siquiera nos nascas o os sentirán y mozos que incluso que te tiene el pastel con el escudo y sí. La voz se nos hacía chica hablar estaba de su ecólogo la traducción. La ciudad se nos universidad a cual indicaba la chismosita. La mucha del sector como Eros, Krishna, y de Krishna, Timor, Tablet, Kafka, muy personal. Mi padre es amor, desde Strandwich, Pamuk, también sus copias nada, desde la cosa. Siempre nos tocamos desde Gratse. Hoy no he tenido dos metas cortas. Общем, мухоморы собрать нужно, а руки не доходят. Может, вылечу мы? Нет, пять штук хватит. Нет, тут недалеко, сразу за забором возьмешься. Слушай, может, давай мы пропустим всю эту часть? Либо не сразу перейдем к делу, а то я человек с метой. Как настоящий.
יחידונית מרחות אמנס ממש מה למות לשתף לא לשם של אתמוזן אז שתף פשוט אתה נקרא עוד פשוט
Мужик приходит в вас, падает на взгляд. Кажется, совершенно не моргает. В его руках поблескивает угрожающий направленный в вашу сторону нож. Судя по разложившемуся на берегу удочкам, возможно, он рыбачил. Слышал, на севере кислотные дожди недавно прошли. Мой тебе совет без счетчика Гейгера ко всяким подозрительным кучкам мусора не подходи. Себе дороже будет. Живая болезнь — это не шутки. Что на севере пехотный дождь. Так. Не нашел я мухомора.
Thank you.
диск на получение книги. Я пискаю еще говорю. То есть говорю, как человек, я считаю, что в наше время. Я считаю, что он вызывает доверие и может помочь вам.